Собаки на расхват, только и успевают позировать для памятных фотографий. Такое здесь увидишь лишь раз в 12 лет. Когда снова наступит год собаки, эти малыши уже станут подростками. Нарядная студия нового века на один день превратилась в волшебный экипаж. На нем дети сотрудников телеканала отправились в сказочное путешествие. К такому событию и подготовка соответствующая. С лета я уже начала думать, что мы пойдем на елку. Надо что-то придумать с одежками. Нарядное платье, длинные русые волосы и очаровательный ободок. Сегодня Наиля в образе принцессы Рапунцель. Пришла Дед Морозу. Выбирали детки не только наряды, но и стишки учили. Я буду есть, а когда не пьет, и наступит Новый год. Я молюсь, никому не придумаю. Она не фонарики, я родился. Вот. Это его единственное, можно сказать, еще первое и единственное стихотворение, которое Булат выучил в этом году. Красив наш новогодний зал, сверкает все вокруг. И какой же праздник без главного волшебника? Ну, ребята, и вам спасибо. Пришли мы сюда, чтобы посмотреть на эту сказку волшебную, чтобы получить подарочки, сфотографироваться. Новый год – это самый главный праздник, а в жизни не только взрослых, конечно, вернее, не только детей, но и взрослых. И мы все ждем чуда. Счастливые глаза детей, улыбки и смех. Праздник заканчивается, но эмоции и воспоминания о доброй зимней сказке еще долго будут томиться в сердцах детей. Алина Бережная, Владимир Гурьянов, ТНВ, Казань.